Спадар Дидье Канес, пасаду пасла Французской Республики у Беларуси, займая со снежня минулого года. Это его первый официальный визит у наш регион. Распачался он с наведывания гимназии номер 46, якая носит имя Блеза Паскаля. Выдатный французский ученый и философ является уродженцем города Клермон-Ферран, с яким у Гомеля установлены побратимские связи. Дипломат ознакомился с организацией учебного процесса во установе. После провел встречу с наставниками и наученцами, подчас якой отказал на их пытаний. До речи размова велася на французской мове. Гимназисты с 2000 года, 10 класс, имеют возможность выезжать каждый год на стажировки в лицей имени Блеза Паскаля и имени Жанны д'Арк Клермон-Ферран, что позволяет им на практике применить те знания, которые получают дети в гимназии, и, скажем, плодотворно потом уже применять во своей взрослой жизни. Ну и данное образование повышает, естественно, конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. Официальный визит протягнулся у гомельским аблвыканками. Размова подчас встречи с керавництвом региона о поширении двухбаковых отношений у галине экономики. Покуль на территории Гомельской области працуе одинное предприемство с французским капиталом – Камконт, якое специализуется на распрацовце и вырабе отепляльного обсталявания. Однако спадар Канес спадзяецца, что у будучи не таких прикладов экономичного супрацовництва стане больше. Это один из приоритетов моего визита в области, там, изучать какие-то возможности для развития французского бизнеса в регионе. Мы договорились работать над этим, чтобы вот создавать эти перспективы. У программе другого дня визиту встреча с керавництвом Гомельского гарвыканкама, а так само наведывание предприемства Камконт и поездка у Чашерский район. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».